Сатнам, дорогие друзья, доброго времени суток. У нас сегодня будет интенсивное занятие для целительства, собственного целительства своего желудка, работы желудка. И как ни странно, мы очень мало будем упражнений делать на пресс, как ни странно. И в основном все упражнения в этом комплексе будут идти на руки. Но тем не менее, этот комплекс для целительства собственного желудка, проблем, связанных с пищеварением. И сегодня у нас будет медитация 40-дневная. Мы идем на 40-дневную медитацию. Мы каждый день выполняем медитацию специальную для того, чтобы избавить себя от теневой проекции нашего ума, проработать теневую проекцию нашего ума. У нас сегодня уже третий день работы с этой медитацией. Мы не пропускаем ни одного дня. Каждый день мы собираемся и делаем 11-минутную медитацию для избавления своего подсознания от некачественных мыслеформ и паттернов мышления. Так что можем начинать сегодняшнее занятие. И сидим с закрытыми глазами. Мы будем концентрироваться на точке между бровями и проговаривать мантру «Ой, намо, гурюдев, намо» три раза. Глубокий вдох и выдыхаем. Глубокий вдох и выдыхаем. Вдох, чтобы начать. «Ой, намо». Вдох, задерживаем дыхание, подтягиваем бандхи, замки, держим и выдыхаем. Мантра для протекции. Очень хорошо. И мы можем начинать сегодняшнее занятие с пранаямы. И поскольку мы работаем сегодня с целительством над нашими внутренними органами, желудком в частности, мы будем делать огненное дыхание в течение 5 минут. И йоги Баджан сказал по поводу сегодняшнего занятия. Он сказал, что каждое наше поражение в жизни основано на наших реакциях. Давайте в течение этого занятия подумаем, просканируем свою жизнь, насколько это выражение правдиво, что каждое поражение в нашей жизни основано на наших собственных реакциях на это событие.
Мы сегодня работаем с нашей теневой проекцией ума, и часто происходит то, что когда мы не можем контролировать наш ум, у нас начинают идти неадекватные реакции или очень быстрые реакции, о которых потом мы жалеем и которые потом могут привести нас к нашему же собственному поражению. Так что у нас сегодня такое занятие, что мы будем работать с теневой проекцией ума, разбираться с той стороной нашего подсознания, с той частью нашего подсознания, тенью, для того, чтобы она не мешала нам качественно жить, качественно мыслить и не мешала нам проецировать нашу истинную реальность в окружающий нас мир. Это очень важно. И мы можем начинать, будем сидеть с огненным дыханием. Огненное дыхание очень хорошо помогает также избавиться от различных самскар, подсознательных различных низкочастотных завязок к прошлому, к будущему, завязок каких-то, привязок каких-то, которые могут нести тенденцию повтора, что мы постоянно повторяем какие-то собственные некачественные тенденции, ментальные, в частности, тенденции. Все идет от наших мыслей. Огненное дыхание хорошо сжигает самскары. И говорят йоги также, что огненное дыхание чистит карму. Мы нагнетаем внутренний мощный огонь, агни, и он сжигает низкочастотные, некачественные наши мыслеформы. Так что, мы сегодня все занятие посвящаем тому, чтобы чистить наши кармические отложения, чтобы чистить наш ум от некачественных, не самых качественных проекций. Можем начинать. На вдохе сад, на выдохе нам. 5 минут. И когда мы произносим мантру, она тоже помогает подчищать наше подсознание. Сад нам обозначает «я идентифицирую себя с Абсолютом, с Богом». Когда мы работаем на частотном диапазоне Абсолюта, у нас не может быть никаких привязок ни к чему-либо, потому что Бог как сущность, как субстанция, как энергия, как Абсолют, как Всевышнее Сознание ни к чему не привязан абсолютно. И когда мы резонируем на качествах Творца, на качествах вот этого Вселенского Сознания, этой бесконечности Вселенской, от нас также отходят всевозможные наши лимитированные проекции, которые мы можем нести в нас самих посредством различных инкарнаций или просто проекции по родовой линии, к которым у нас есть предрасположенность. И мы можем начинать. 5 минут. Thank you.
глубоко вздохнуть. Задерживаем дыхание, подтягиваем бандхи, замки держим. Не выдыхаем. Плечи у нас идут вверх, вдох через нос, вниз, выдох через нос. 2 минуты на вдохе сад, на выдохе нам. У нас сегодня разминка будет идти по 2 минуты. Каждое упражнение будет 2 минуты идти. Наверх, вдох через нос, задерживаем дыхание, подтягиваем бандхи, замки держим и выдыхаем. Очень хорошо. И у нас сегодня также все упражнения будут идти с мантры, потому что мы чистим наше подсознание. У нас мантра будет сад нам, всегда сад на вдохе про себя ментально произносим и нам на выдохе. Таким образом мы идентифицируем себя с абсолютом посредством мысли. Это очень сильная коннекция, потому что, как говорят уже и ученые сейчас, что мысль материальна, и если мы коннектуемся, то есть входим в коннекцию, в контакт с вселенскими энергиями высокого частотного диапазона, в контакт с Творцом, то это всегда есть хорошо. Это очень помогает нам очищать наш ум. Все проблемы от ума, горе от ума. И у нас сегодня занятие посвящено не только целительству нашего желудка, какая у нас крия сегодня будет, но также для чистки нашего подсознания. Желудок, кстати, тоже связан с нашим умом. Если мы имеем некачественные мысли, злые мысли, это переходит в эмоции, мы начинаем эмоционально реагировать, у нас происходит расстройство работы кишечника, и желудок плохо работает, язва и так далее. Все это взаимосвязано. Поэтому если мы держим ум в чистоте, в благостном состоянии, в сатвичном состоянии, то эффект идет также на работу нашего желудка, на работу наших внутренних органов. Все органы взаимосвязаны. И болезни, оказывается, все не от нервов, как говорят уже ученые, опять же, а от ума, от нашего собственного ума, который мы не можем контролировать. И ум несет нас непонятно куда, и потом мы сами себя травим всевозможными мыслями, блокировками, которые мы сами себе накручиваем, бесконтрольно позволяя уму принимать различные прошлые какие-то привязки, фантазировать,
на будущее какие-то проекции строить не самые, может быть, качественные и так далее. Мы сами блокируем свое собственное будущее, блокируем собственное настоящее, живем в фантазиях и забиваем, зашлаковываем собственную систему. Потом у нас расстраиваются органы, перестают качественно органы работать, энергия перестает качественно циркулировать. Все это очень взаимосвязано, поэтому давайте к этому серьезно отнесемся. Мы работаем сегодня с мантрой. Мантры, как известно, очень помогают для того, чтобы держать ум в покое, в сатвичном состоянии. И мы работаем по формату кундалини-йоги с мантрой сатнам, обычно сат на вдохе, нам на выдохе. Следующее упражнение такое. Мы держим левую руку на сердце, правую руку на левой, поворот корпуса на левый вдох через нос, на правый выдох через нос. 2 минуты мы будем работать таким образом. И опять же на вдохе сат, на выдохе нам про себя. Я идентифицирую себя с правдой, я идентифицирую себя с абсолютом, я идентифицирую себя с Богом. Центр вдох, задерживаем дыхание, подтягиваем банхи, замки держим и выдыхаем. Очень хорошо. Переходим к следующему упражнению. Оно также будет идти у нас 2 минуты, также с мантрой. И мы будем делать наклоны коленки, нос коленки. Вдох в центр, наклон коленки. Вдох в центр, наклон к другой коленке. И мы работаем таким образом 2 минуты. Можем начинать.
центр. Задерживаем дыхание, подтягиваем банхи, замки держим. И выдыхаем. Очень хорошо. Остаемся сидеть в этой же позиции, в простой позе. Мы будем делать наклоны вперед и касаться подбородком пола. Руки у нас будут находиться в замке, за шеей. Таким образом. И мы будем работать 2 минуты. На вдохе мы садимся, на выдохе мы наклоняемся. На вдохе сад, на выдохе нам. И вдох, задерживаем дыхание, подтягиваем банхи, замки, держим. И выдыхаем. Замечательно, пересаживаемся в позу невинности между пяток. И мы будем делать то же самое упражнение, только мы касаемся не подбородком, а лбом пола. И мы работаем 2 минуты на вдохе сад, на выдохе нам. Вдох, задержка дыхания. Не выдох.
выдыхаем. Замечательно. Остаемся в этой же позиции.